У Гомеля з'явилась магчимость безнаявным способом оплатить проезд у маршрутных такси. Проект T-Pay реализованы совместными намаганиями Гомель Абл Пассажир Транса и IBA IT Парку. На данный момент новация працует у тестовом режиме. Мобильный додаток можно спамповать у Play Market. Хутко он будет доступен и у App Store. Уникальность распрацовки у тем, что она не привязана до конкретных банков. Это значит, что скористаться послугой может любой человек, у якого есть пластиковая картка. Маршрутное такси, у які можно зарабить без наявный разлик, будет позначено специальным логотипом синего колеру и QR-кодом. Для его считывания можно використовывать камеру мобильного телефона, а коли это зарабить тяжко, досить увести идентификационный номер транспортного сродку. Далее потребуется показать колькость квитков и подтвердить оплату. Указанный проект позволяет в совокупности реализовать много задач, такие как уход от наличных денежных средств, безопасность в приоритете всего, чтобы водитель не обелечил пассажиров во время движения, удобство пользования, потому что зачастую у пассажира нет необходимого количества денежных средств наличным, сократится количество конфликтных ситуаций с отсутствием разменных монет, с некорректным передачей денежных средств, а также повысит сбор выручки у перевозчиков негосударственной формы собственности, потому что сами знаете, что не все зачастую водители выдают билеты, а это как бы страховка и гарантия качественной перевозки пассажиров. Зараз послуга T-Pay доступна у 12 транспортных сродках 12, 14, 17 и 18 маршрутов. Хутка до их долучится еще больше за 61 маршрутных такси. При оплате проезду праз мобильный додаток кошт квитка опынется таней на 10 копеек.